Французские промышленники призывают правительство резко сократить трудовые издержки, чтобы вернуть экономике страны конкурентоспособность и остановить спад деловой активности. В докладе, подготовленном по заказу президента Франсуа Олланда, бывший глава авиахолдинга EADS Луи Галуа предложил снизить социальное отчисление работодателей и работников на 30 миллиардов евро в течение 2 лет. Я могу лишь констатировать очень серьезную деградацию французской промышленности, падение которой ускорилось в последние десятилетия. В моем докладе я предлагаю пакет из 22 ключевых мер. В двух словах я называю это шоковой терапией для конкурентоспособности и в конечном итоге для французского общества. По уровню трудовых издержек Франция практически чемпион Европы, выше этот показатель лишь в Швеции. Час работника французского завода стоит 35 евро 90 центов, но отчисление работодателя составляет почти 47%. Это в 2 раза выше, чем, например, в Германии. Олланд пообещал извлечь уроки из доклада Галуа. Между тем, снижение социальных сборов предлагается компенсировать за счет повышения остальных налогов, то есть, по сути, переложить бремя на потребителей. Правительство обсудит доклад во вторник. Министр промышленности Арно Монтебур высказал сходные предложения уже месяц назад. Одновременно он возглавил громкую кампанию по поддержке отечественного производителя.